Привет, друзья! Наконец-то мой поезд под названием, так скажем, ЦАП-усилитель тронулся. Ну, пока он тронулся только с ЦАПом. Сегодня я, в общем, полазил-полазил и нашукал немножко денежек. Решил заказать себе все-таки наборчик для ЦАПа. Жене только не говорить, а то... Итак, сейчас я покажу. Значит, заказал я вот на этом сайте. Все-таки не у китайцев решил. Наверное, сделано в Китае, но решил заказать все-таки здесь. В общем, французский сайт. Сначала думал, как же мне заказать, потому как контора, через которую я покупал в Америке и в Германии, она с Францией нифига не работает. А потом порылся, оказывается, этот сайт, то есть они сами тебе все отправляют, все им оплачиваешь и все. Ну и ждешь потом, собственно. Итак, значит, вот этот сайт Audiophonics, я, наверное, снизу напишу вам ссылочку. Значит, тут мы регистрируемся. Вот я зарегистрировался и покажу вам сейчас историю покупок, так как у меня уже все это дело оплачено. Поэтому я покажу свою посылочку. Будущую, так скажем. Вот, смотрим. Значит, сумма вообще покупок, ну, почти 80 евро. И вот за доставку 17 евро у меня суммарно 97 евриков. Итак, значит, получается, у меня вот такой вот сам ЦАП за 57, 58, грубо говоря. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Там сразу ссылками не щелкается в этой. Вот здесь вот, поэтому не могу показать, приходится искать. Ух ты, а он еще и не ищет его, да? Что, кончились, что ли? Ну-ка, давайте, чуть-чуть. Ах, он продукт, не понял. Ничего не ищет. Ну-ка, вот так сделаем. Поменьше. Наверное, сильно много я там ему скопировал. Вот такой. Как раз на него скидочка 30% нам будет не лишняя. Не лишняя. Вот так вот он выглядит. Значит, тут, наверное, сразу... Что тут пишут? Что-то тут, наверное, пишет. Не знаю. Французского не переводил. Но вот это регулятор громкости. Чем он мне понравился? Он мне понравился тем, что у него два оптических входа и два коаксиальных входа. Видите, да? Также вот сюда цепляется, я понял. Вот это, да. Экранчик. Что он там показывает, я не знаю. Наверное, громкость показывает. В общем, придет, посмотрим, да? Так, ну вот куда цеплять аналоговый выход, я что-то тоже не переводил. Либо вот сюда, вот где правый, левый. Ну, либо вот симметрик, либо вот сюда. В общем, заказал я еще, тут видите, такие тройные коннекторики, или как их обозвать-то, вот эти папы-мамы, так скажем. Вот я их тоже заказал. Это вот такие вот штучки по 58 центиков они стоят. Вот три штуки взял. Ну, наверное, это они, потому что тройных больше у них на сайте нет. Также я взял трансформатор сразу под него. То есть здесь у него сразу есть ссылочка на трансформатор. Пум-пум-пум, надо вот такой вот купить. Пожалуйста, заходим. Открывается у нас окошечко. Вот он, трансформатор. 11 евриков 58 центов. В общем, вот такой трансформатор я еще сразу взял. И что у нас остается-то здесь? А, вот такую кнопочку еще взял. Думаю, чем я буду на переднюю панель выводить. Пусть у меня будет сзади пум-пум, как у компьютера, у блока питания. Вот такую кнопочку. То есть подведу питание и все. Ну, сзади включу, ничего не умру, ни со мной не случится. Пусть будет вот это у нас вкл-выкл. Вот, собственно, и все. Такая вот новость. Жена пришла заканчивать надо. Все, пока, ребят.